Всем привет, с вами Zero Point. Продолжаем проходить Мафию 2 DLC под названием Joss Adventures. Прошу прощения, насморк еще не прошел, кашель тоже начался, блять. Пиздец, короче. Ладно, в течение 30 секунд материться нельзя, но не удержишь меня, так сказать, в течение 30 секунд. Ладно, у нас миссия Ре, ставка. Что за ставка, хер его знает. Ну, я сейчас узнаю. Всего 3 миссии на карте. Мне кажется, уже финал близко, если честно. А, меня въебло знают. Ну, классно, чё. Ставка, чё... Что ж, Барбара, пришло время выяснить... Так ли ты хорош, как говорят? У нас тут завелся какой-то копеечный букмекер, который решил, что может крутить свои дела на нашей территории и не делиться. Последняя ошибка, которую он сделал в своей жизни... Тебе нужно найти урода и устроить показательную порку. Найди его, убей его, потом кончи всю его шайку. Если справишься, зайди ко мне. А если не справишься, будешь молчать о ласковой... Мечтать о ласковой руке Гурина, когда с тобой буду разбираться я. Найдите подонка, убейте его и его сообщников. Короче, ладно. Автобус! Абобус! Так, абобус угоним. Я давно мечтал угнать абобус. О нет, он нас убьет! Да что ты говоришь, бля? Ой, таксист. Блять, ну вот автобус тем хорош, то что можно разъездить нахуй всех таксистов. Вообще нахер. Они мне ничего не сделают, смотри. Таксист, блядь. Так, за ним проследить, да? Ну вот, конечно же, не палим, что я сейчас делаю, да? Не знаю, блядь, кто меня за руль пустил. Блять, за мной бегут, сука. Отъебись, блять. Да отъебись, блять, от меня, я слежу за букмекером. Блять, ты заебал меня нахуй. Ты пиздой, блять, отсюда, нахер. Урод, блять. У меня слежка, что, не видите, что ли? Ой. Иди быстрее, а? Иди быстрее. Чё ты так медленно идёшь? Добудьте машину. Ну, без проблем, бля. То есть, это его не напугало, да? То есть, нормально. Да куда ты сдаёшь, пидор, блядь? Блядство. Да, давай в общем потоке поедем, конечно. Давай, и хорошо, все, едем. Едем. Слава богу, там зеленый. Надо было цистерну брать. Вообще надо было на обобусе ехать как бы. Хер он разгоняется, кстати, что у него за машина такая? Первый раз такую вижу. Тихо, блядь. Не надо мне палить. Батяни ускорение. Охереть. Что? Он сотку, что ли, жмет? Как он так успел? Так, мне нужна его машина срочно. Когда его убью, я обязан просто спиздить его машину. Ой, колпак. Мужик, ты колпак проебал. Это как бы наказуемо. Мне как бы твою машину пиздить еще.
Блять! Ну вы долбоёбы, что ли, сука! Да похер на твою машину, новую купишь. У вас денег много? У меня нихуя нет, у меня 14 тысяч долларов. Скоро он приедет, нет? Как бы задолбался я уже ездить. Задолбал так тормозить еще, сука. Чё это сказал? Если бы я не на миссии был, тебе пиздец пришел. Убейте их всех. Кого их, блядь? Их — это понятие растяжимое. А вы чё, близнецы, что ли? Блядь, братья Кличко, что ли? Хули вы, блядь? Одинаковые. Ладно. Еще один, смотри! Тройняшки, ебать! Ты расист, что ли? Да? В смысле, не, ты чё? Какой расист? Господи! Блять! Господи! Тихо-т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 ихо. Бля! В пизду. Да... Сука, заебали, блядь! Да кто? Ты кто такой? Блядь, мужик, 4 патрона. Ты, может, вылезешь, нет? Спасибо. Блядь, там берут. Тачка его, быстрее! Да можно просочиться как-нибудь, пожалуйста, блядь. На карте нельзя. Бля. А мне мусора в ебло знают. Твою мать. Не знают, блядь. Ты ебанул, что ли, тетя? Асфальт что не положили? Не судьба, что ли? Или это новый район какой-то строящийся? Охренеть, время, кстати, мало. Время прям пиздец мало. Но миссия легкая, миссия легкая. Б, ну, средненькая. Не, ну машина быстрая, только по этой грунтовке она, конечно, не валит. Так, что теперь у нас? Контракт на убийство. Арена Бриолинчика. Угу. Давай арену Бриолинчику, заодно машину сохраним. Конечно, было бы неплохо и протюнинговать. А, ну мы как раз проедем через эту. Через Paint Spray этот. А, как насморк ты достал этот. Я надеюсь, это не особо слышно, то, что я шмыгаю. Так, ну-ка, давай-ка попробуем разогнаться до максималки. Ебать, она ебашит, она уже 80 едет. Нихера себе клаксон у нее. Ебать! Таксист, сука! Ебаный таксист, блядь, пидор! Сука, я угоню автобус, я тебе отвечаю, блядь. Таксист, блядь, урод. Просто ублюдок. Вот просто, вот ублюдок, вот понимаете? Да вы чё, блядь, сговорились, что ли, ублюдки? Я куплю фуру. Бензовоз, блядь. Прикреплю, блядь, к ней еще автобус, блядь. И буду разносить нахуй всех таксистов. Во всей округе, блядь. И мусоров тоже. Но мусора не так докучают, как таксисты, вот серьезно. Вы куда поехали, блядь, я тут? Ладно. Я пока машину починю.
Алло, блядь! Господи! А оружие-то, может, возьмешь? Че, блядь, паркурист? Приколист? Блядь, машина пропадет. Не, нахуй. До будки добегу машины. Не, я не могу рисковать машиной. Блядь, желтые копы бегут. Обоссаны, что? Обоссали вас, обоссали. Так вам и надо. Желтый на карте. Блядь, быстрее. Вечер добрый. Здрасте. Как всегда, вот чем сильнее машина разъебана, тем... Чего тебе сделать? Лучше меня тут, блядь, приветствуют. Так. А? Ёб твою мать. В любой подносим. А что, блядь, всё, что ли? У тебя вон, блядь, целый стеллаж красок. Хуль ты мне такой выбор предлагаешь? Ну, в пизду пошёл, блядь. Специальная окраска, что? Выбирай дизайн. О-о-о. Да не, все в пизду, до свидания. Ты мне и так содрался, хер знает сколько. В любое время. Конечно, в любое, ты же мне... Ты мне номера не сменил, пидор. Ну и хер с тобой. А, мне мусора уже ждут. Дай позвонить, блядь. Все, выходи, блядь, быстрее, ну. Звони быстрее копам. Звони копам, блядь. Так. Никто не спиздит мою машину. Ну, Сара, вы не будете пиздить мою машину. Не. За неправильную парковку не надо мне штраф выписывать. Без проблем. Пошли кого-нибудь потом с баблом. Бать, она ебашит уже теперь. Какой помедленней? Не, ну это, конечно, классно все, что я разбил ее уже. Может, не надо? Бать, она херачит, а? Надо в гараже посмотреть максималку. Ё-моё! $292. А у 300 есть эль Мерседеса. 239. Ну, в принципе, если его прокачать, мне кажется, он столько и поедет. Все, типа, она сохранилась же, правильно? Все, она сохранилась, наверное. Блять, ну что за херня-то? Ну, сука, таксисты, ладно. Таксист не помешал в этот раз. Да тихо. О, нормально припарковался, вообще эпично. Опять Чарли, да ты задолбал меня, слушай. Джо, ко мне ночью вломились, какие-то ублюдки и угнали родстер. Наверное, те брельнички, с которыми у нас недавно были проблемы. Джо, я видел, что эти уроды делают с машинами. Загоняют настолько, что на запчасти не годится. А машина-то не моя. И хозяин куда круче нас с тобой. Верни мне, я по гроб буду обязан. Только постарайся обойтись без крови. Сделай мне одолжение.
Хоть раз никого не убей, ладно? Блядь, ты меня заебешь, я скоро тебя убью, блядь. Выиграйте машину для Чарли на арене Бриэлинча. Блядь, драться должен еще. На арене. Арена. В футбол будем с ним играть? Или чё, блядь? Или в хоккей, блядь? Хорошо. Так, когда тормозить? Ладно, тормозить не надо. Ебать. Ебать, тихо, тормози, блядь. Здорово. Чё, типа, крутые такие, да? Идите на арену, чтобы начать бой. А где хоть рот-то, ёбаный в рот? Блядь, чё у вас с машинами? Нормально вообще, нет? Вот это говно, блядь. Да моя попич, дай ему свою, отдам мне в гараже, но все равно сохранился. Я не умею драться, сразу говорю. Ааа, блядь, нос сломал, пидор, блядь. Да ты охерел, что ли, ну. Блин, нормально так задамажил-то. Вы победили, блядь. Спасибо нахер. Ну не один же раунд должен быть. Конечно, естественно. Естественно. Это мне напомнило GTA 4, блядь. DLC под названием, блядь, Баллада о Гее Тони. Тихо, блядь! Ну ты меня не... Не ударишь, блядь! Не! Спокойно. Ты не встанешь? Не-не-не-не-не! Ты не встаешь, не! ХП меня останови! ХП восстановили мне? Я же не буду с таким ХП драться. А как бы если я 2 раунда выиграл... Из 3, это как бы уже победа должна считаться. Мужик, привет, блядь. Ты не бей меня тут, да ты... Охерел, что ли, слушай. Ты охерел, блядь, что ли, тихо. Ты чё, приколист? Понял. Ладно. Ну, в принципе, это было ожидаемо, конечно. Ну какого хера-то, я не понимаю, а? Ну так все хорошо было. Ну почему их ХП не восстановили, а? Ну мужик какой-то странный, блядь. Он вообще не бьется. Ладно, чем дольше мы проходим Мафию 2, тем лучше. Потому что Мафия 2 охуенно. Никакая игра вообще не сравнится, блядь. Серьезно, блядь? В натуре? Блядь, я сейчас нахуй на автобусе туда приеду, вы меня задрали. Можно их сразу отпиздить всех там? О, хер, это Чарли вообще. Вот что этому Чарли не нравится? Вот. Столько я ему уже жопу лизал этому старому пердуну, блядь. Нет, надо, блядь, без крови, конечно. Ай.
Хватит это терпеть, хватит лизать жопу, блядь, старому пердуну. Я заебался, блядь, можно это пропустить как-нибудь, блядь. Первый раунд, да я понял, блядь, спасибо. Ну, блядь, ну быстрее, ну ё-моё. Что, блядь? Ну он мне постоянно пиздошит, как... Нихуя себе, блядь, Джо, ебать. Ебать, у него губа трещит, как машинка, блядь. Как бормашинка, ебать. Все, закончился. Вы победили. Зашибись. Вот в третьем раунде, блядь, какой-то узкоглазый хер. Вот это вообще изи отделать. А того последнего я вообще не ебу, как это делать. Ну куда побежал-то, блядь, я тут. Мне это вообще изи отпиздить. Вот того, как пиздить, я не знаю. Где ты, блядь, выходи. Хоть труп убрали бы, что ли. А, убрали, молодцы, молодцы. Вот как вот этого отпиздить? У меня сейчас сам отпиздит, блядь. Слишком резкий, блядь. А, подбегай, блядь. Вот как, блядь? На нахуй, блядь. Да как? Заёб нахуй. Блядь. Пидор, сука, ёбаный, блядь. На, блядь. Пошел нахер! Вот так, уволен, я сказал. Все, я выиграл дерьмо. Тут давай я на нем не поеду, пожалуйста. У меня есть своя лайба, блядь. Машина ваша, заебись, нахер мне говно. Я такую же могу сделать, мне денег хватит. А моя тачка? Мне же Чарли ни хрена не заплатит. Тут Эдик этот, педик, он платит нормально. Блядь, Чарли ни хера не платит вообще. 100 баксов мне сейчас откинет, блядь, за эту машину. Она ни хера не едет, блядь. Моя быстрее. Моя быстрее, реально. Сейчас только не хватало убийцы, блядь. Не, я ж пошутил, тихо. Это ж не в прямом смысле. Где этот Чарли живет? Ты ебанулся, что ли, Чарли? Убери метку. Еще таймер тик-тик-тик, блядь. Тихо, мусора, аккуратно. Отойти ненадолго. Ну, блять, главное не уебаться, вот реально. Главное не уебаться. Если я сейчас уебусь и сдохну, это будет просто гениально. Премию Дарвина мне, блядь, дадут за такую тупую смерть, блядь. Блять, ну ебун, что, грузовик с рыбой, блядь. Да поеду я чинить его. Вот пусть Чарли вот платит за него сам. Он хули, он автомеханик, пусть сам ее и чинит. Чё я тут чинить должен? Он у нас, блядь, машинных дел мастер. Пусть сам её и обхаживает. И что, блядь, удумал? Нихера не платит? Я должен её чинить, блядь? Охереть. Вот зуб даю. Он сейчас не заплатит мне больше... Сколько там? 200 баксов, блядь. 200 баксов, нахуй. Предел, блядь. Задолбал, блядь. Да я не получал его, блядь. У Чарли, нахуй, спиздил.
Б. Заебись. Стону. Конечно. Я же говорил. Делизия Гранде Америка, блядь. Так. О. Контракт на убийство. Нормально. GPS, алло. Можно мне? Можно мне? Спасибо. Контракт на убийство. Чего контракт на убийство? Не понимаю. Я вас не понимать, сеньор. Я вас, сеньоры, не понимать. Еще. Коп, проезжаем, проезжаем. Так. Тихо. Аккуратно. Во. О, отлично, едем, нормально. Еще не разложился. Потому что если мне в Мафии 2 дать быструю машину, то я там разъеб... А какая следующая миссия? Стритрейсинг? Не, точно разъебусь. Я успею просто ее в этой серии выбрать. Ему повезло, что дверь на месте осталась. Иначе эта дверь была бы у него в заднице, блядь. Слушай, Джо, я тебе новую работу нашел. Ну, она, понимаешь, деликатная. Ходит слух, что один из наших хочет устроить себе повышение. Он готов выступить против флакона. Ублюдки надо грохнуть. И прямо сегодня. А его ребят, наверное, никто еще не подозревает, даже сам флаконы. Поэтому бери его так, чтобы на нас не подумали. Наверное, на меня. А я в долгу не останусь. Ну, Джо, смотри, не промахнись. Отправьте ублюдку при этом трогай снайперской винтовки. Нормально. Отправляйтесь в промзоне, чё? Ладно, поехали. Я не хочу, чтобы она пропала, а то мало ли она не сохранилась. Я с этой машиной хочу остаться до конца игры. Я в душе не ебу, какой финал у этой игры. У этого DLC. Но он должен быть. Я хочу, чтобы этот финал был именно на этой машине. А чё за снайперская винтовка-то? У меня такая есть, блядь. Нахуй мне нужно... И чё? Ваш клиент, блядь. На нахуй, блядь! Господи! Тихо. Он как в ритм ебашит эту по этим, по железкам. Блядь, это просто самая легкая месть. Почему Б, я не знаю. Я должен был хедшот поставить. 80. Ну ладно, на больше я бы не рассчитывал. Так. А, в тени. Я не знаю, что такое в тени. Стритрейсинг давай. Давай стритрейсинг. Как раз таки по прямой. Не то, что по прямой, по кривой, по шоссе, короче. Эх ты, сыка! Водитель хочет скрыться. Ясно. Блять, можешь ему не докладывать, ему похуй, реально. Ясно, блядь. Вас понял. Он даже ничего не уточняет, ему настолько похер. Диспетчер, походу, чьи гоняет, потому что ему вообще насрать на все. Он сидит там, блядь, чай пьет, смотрит футбол, блядь, ему докладывают, блядь, и он такой, ясно, блядь, не отвлекай меня, пошел нахер. Козел. И все. Ну подвинься. Блядь, ну что за пиздец. И уехал, смотри, и уехал, блядь. Он просто не цепляется вообще за дорогу. Она заднеприводная, блядь. Заднеприводная хуйня, блядь. Да тихо ты, не это. Блять, какие мудаки, сука, на дорогах. Нахуй ты перестроился, блять.
Ой. Я почти доехал, ублюдки. Да ублюдки, блядь! У нас тут что, красный? Да, блядь, а ты манекен. Надо было машину желтой покрасить, как только таксиста, блядь. У таксистов, кстати, реально машины для краш-теста больше похожи на такси, блядь. Преследую гонщика. Преследую, преследую. Как долго сможешь преследовать? Понял. Вот ты неадекватный, что ли? Какой же пиздец неадекватный трафик в этой игре, я ебу. Опять этот сраный грузовик. Ебать, она стрелку кладет вообще как нехуй. Понятно. Никто ничего не видел. Никто ничего не видел, не-не-не. Как доехать туда, блядь? Блять, через город пиздошить. Через вот этот тоннель. Угу. А в тоннеле можно подлететь. Да не в том, который баганый, а который выезд из тоннеля, там тут трамплин небольшой. Ух, сейчас, блядь, взлетим нахуй, сейчас взорвемся, блядь, сейчас сдохнем, охеренно вообще. Будем 3 серии, блядь, ехать до этого места. Ненавижу ездить в мафию. Мафия нужна, чтобы, блядь, стрелять. А не ездить. Какой нахер стритрейсинг? Да что это было? Когда народ водил? Что это, блядь, было? Ах ты, су... Вася, что это было, блядь? Ой, блядь. Хорошо, не уебался. Может, все-таки не надо подлетать, а? Вот я тут подумал, блядь. А, там в другом месте. Блять, 33 минуты. Я бы, конечно, закончил уже, но... Хули заканчивать-то, блядь, столько начал. Ну как начать-то миссию? В машине нельзя, что ли? Джо, я служил, ты ищешь заработок. Я тут доработал машину. Блять, ты мне все равно не заплачешь, ни пизды, не надо мне, блядь. Я тут доработал машинку одного типа, который решил, что он гонщик. А теперь у меня проблема, потому что этот поганец не верит, что... Тачка стоит своих денег. Я знаю, ты не самый последний водитель, так что возьми машину, покажи этому дятелу, блядь, ну, что он способен. Тогда он точно клюнет. Мне заплатить-то я тебе нихуя не заплачу. Устройте машину тест-драйв, докажи, что она стоит своих денег. Машина-то, может, стоит, а миссии Чарли нихуя своих денег не стоит. И время потрачено тоже. Тачка помешала твоей заднице. Что? Бля. Пройдите все контроль точки вовремя. Я не верю, что это говно быстрее моей. Она не может. Блять, она... Ебать, она дрифтит, она что такая легкая-то? Ну расступитесь, ну. Что так время идет быстро? 2 из 10? Ну ладно, это недолго должно быть.
Преследую гонщика. Ну преследуй, молодец, что преследуешь, ясно. Время нихуя не дали. А, эти самые прямики, да? Да что ж такое, а? Короче, я так понял, мне сюда вот надо будет. А, вот по этому шоссе опять ехать, ё-моё. А, можно вот так двигать? Блять, серьёзно, как в фотошопе, слушай. Вот так вот поедем. А здесь не поедем? А как мы, блядь, здесь поедем? Короче, вот так вот, вот так вот. Так, вот. И назад, да? Это, конечно, все классно, но время мало для такого путешествия. Тормози, блядь. Тормози, блядь. Тихо. Уебаться нельзя, нет. Да тихо, я сказал, не уебаться. Что-то этот забор сносится, я боюсь. Молодец, блядь. О, адекватный фурист, наконец-то, блядь, хоть кто-то. Хоть кто-то в этой игре адекватен. Разошлись, блядь, все. Серьезно, блядь, сейчас? Блять, как надо говно заехать? Блять, мне метку можно поставить. Короче, блядь, я понял. Ой, блядь. Ебаные разрушаемые заборчики, сука. Ебучий Чарли, который заеб. Бля, ну вся игра, блядь, замешана на этом Чарли, блядь. Завязан, нахуй, не волнуйся. Ну а нахуй. Вся блядская игра, ну, сука, на его миссиях. Это гениально просто. Блядь! Тихо. Мне кажется, мы это будем проходить в следующей серии, потому что в этой я не успею просто. Ибо серия, скорее всего, будет на 1.5 часа. Уже вон сколько времени оттикало, я когда это должен проходить-то? Преследую гонщика! Понял. Блять, я люблю, сука, переднеприводные хэтчбеки, реально, а не заднеприводные, блядь, хуйню. Серьезно. С этого момента еще больше. Потому что она ни хера не рулится. Ну она рулится, конечно, но не поворачивает, блядь. Ну, в смысле, нормально она. Она поворачивает только вот, блядь. Поворачивает только вот так, блядь. Вот так. Я не люблю поворачивать с заносом. Я ненавижу с заносом поворачивать. Я люблю поворачивать адекватно. Как в Форзе. Дороги, блядь. Ты долбоёб, что ли, блядь. Хорошо, таксист в стенку не вывернул. А вот меня точно убил бы, блядь. Можно я аварийку включу? Похер на эту машину, реально.
очень до пизды. Все, я даже не рулю. Просто даже не рулю. Тихо. Тихо. Блан, тут очень хорошее ограждение стоит. Все равно я, блядь, боюсь. Так вот, пизданулся я вот здесь, да? Таксист, только не надо. Преследую гонщика. Хорошо. Вас понял. Угу. Вот лети, блядь, туда, лети, правильно. Там тебе самое место. Таксиста бы туда сбросить еще было бы неплохо. Но я, блядь, боюсь, я сам улечу туда быстрее, чем таксист. И в этом заключается главная подстава таксистов, блядь. То, что ты пытаешься спихнуть таксиста, а в итоге сам спихиваешься. Спокойно. Спокойствие. Только спокойствие. Только спокойствие. Главное, блядь, не вылететь. А, ну даже если я вылетел бы, ничего страшного особо не случилось. Конечно, время потерять это... Ой, блядь. 7 из 10. А время чуть больше половины прошло. В принципе, это можно успеть, я думаю. Куда мы едем, блядь? Что? Я почему-то думал, мы прямо поедем, и туда вот как раз. Чего? А какого хрена по дамбе-то? Таксист, не мешай, блядь. Вот это место я прям ненавижу. Проехал! Тихо! Время! Не надо! Время! Главное, чтобы она дымиться не начала. Потому что мощности меньше у нее будет, если она начнет дымиться. Мне похуй вообще на эти деньги, если честно. Все равно он ни хера не заплатит. Как всегда, $100. $100, блядь, как всегда, мне заплатят. Времени еще нихуя. Говно, блядь, не рулится, не пизды, блядь. Сука, хватит бублики резать, а? Да выезжай, блядь! Короче, если сейчас не пройдем, будем в следующей серии проходить. Может, это, блядь, какой-то пиздец. Не то, что пиздец, это какой-то кошмар, блядь. Это просто какой-то кошмар, ёбаный. Времени очень мало дают. Из-за этого ебучего времени все проблемы, блядь. Если бы не время, я бы вообще не спешил никуда. Поспешишь, блядь, людей насмешишь, что? Не слышали вы пословицу такую? Последняя точка осталась. Последняя. То есть это все? А-а-а, до безопасной зоны ты еще доехать надо. Тихо, тихо, блядь! Какого хуя она сразу сломалась, блядь? Понял. Чини, блядь! Ты ебанутый, чини, блядь. Мне похуй, ты. Вы убьете кого-нибудь, если будете так. Пошел нахуй. Вводите штраф. Блять, быстрее, сука, быстрее, блять. Описание, рост футов 6. Блять, да вы охуели, что ли? Нахуй идите! Ну пиздец, блять, блядский. Ладно. Все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока, друзья.